так, идет полным ходом. Забудка. Сейчас тоже кидаем пока. Блин, мне бы надо было поменять их, конечно. Или 4 метра, да? Ну, фактически вот. Так. Надо поменять штаны, а то я скипу. Опа. Батя начал ловить. Вот он вдалеке, хитрец, ушел. Ладно, а мы сейчас постараемся быстрее. А, пустая. Саурал, хитрец. Ладно, нам нужно по бурику собраться и поехать за ним, за нашим хариузом. Кого-то поймал? Нет, не поймал. Не поймал. Вот такой красивый перекат. Вроде как и хариус должен стоять. Должен быть под этой травой. Но ловить никак. Ну, сейчас попробую, конечно, мушкой. Но пока блесной хочу покидаться. И попробую вот здесь блесной покидать. Может, кого-то и выловлю. Но опять же, травы, конечно, в вагон. Не знаю, как ловить. Надо, конечно, сзади там ловить. Но сейчас попробуем. Сразу первое, ребят, заброс, и сразу же хариус, ребят. Вот он хариус, блин, нифига. Вообще первый заброс. И вот такой хариузмен. Сейчас его надо закинуть. Ну, блин, тащить против течения, конечно, это тащить против такого течения, это не совсем логично, если честно. Надо бы с того края ловить, но что ж. Стал я думал, здесь там плохо, здесь получше. Но после того, как я встал, увидел, что надо было все-таки там не стоять. А, есть атака. Была атака, но не реализована. Далеко от него. Так. А, здесь атака. Блин, не берет, зараза. Атакует, но не берет. Наберет. Опа, есть, ребят. Опа! Есть. Вот такой хорюзёк хороший. Опа, есть. Фу.
Как он выскочил. Разбойник. Разбойник. Разбойник, харюзёк. Харюзёк. Хороший, блин. Вот в этом омутке, так сказать. И харюзя тусует. Но ты сколько поймал? Блин. О! Есть этот разбойник. Ох, есть, есть. Есть. Опа. Так. Что-то хариус мельчает вроде как. Вот такой хариус. Или я слишком мало кинул, или что, но я опять поймал. Пять. Блин, нифига. Да, был вот сюда, в струю. Там идет папа, там идет под этими, под кустами. И там, скорее всего, харюс тоже стоит. Я сюда кинул, и сразу харюс вышел. Батю оставил на этом перекате, и он сразу перед лодкой кинул и поймал харюсмена. Данил, готовься, якорем. Не балуйся! Давай. Вот пинни тоже с тобой возьми. Данил, держи! Данил, держи! Блин! Вот идет, ёпарасто. Блин, опять приходила, ну ёпарасто-то! Ну, средний, не маленький. Опа, вон... Так. Ты сколько поймал? Там штуки 5. Здесь ничего. А где крохи был? Слушай, не боюсь. Много. Еще не, мы тебе мотор бактрис купили, Аслан. Помечу, мы с удочкой санчек. Батя. Стой его.
Стой, стой, стой. Стой, не двигайся. Угу. Все. Отпусти. Отойди. Да не, не трогай. Чего, отпустил? Нет. Так, есть поклевка. Есть поклевка, ребят. Да и не дурная. Не дурный харис, но он отцепился, что ли? Точно отцепился. Ну ёпрст. Ну ёпрст. Хороший харис был. Ну этого уже ну, постараюсь не отпустить. Этот поменьше. Ну тоже неплохой. Да. Тоже неплохой. Тут, конечно, был хороший. Да. Закрой немножко, он же уйдет. Так. Что, две штуки только и было? Одну я поймал, а другой нет. Нет, есть, идет. Идет рыбка. Хаба! Хаба! Вот такой харец. Харец. Закрой крышку, чтобы не ушел. Опа, есть. Есть. Блин, ну это такой же. Такой же средний размер у них. Но этот, наверное, выпущу уже. Даже брать не буду. Все, выпустил. На один крючок зацепился. Так, ребят, идет полным ходом разделка рыбы. Батя ходит, только ловит. Опа, поймал. Ха. А мы разделываем. Пока брат вошкается. Сестра что-то вошкается. Ну, потихоньку. А батя то там, то сям. Нет, нет, ловит. У бати блеснула неплохая. Ну как неплохая? Средняя. Не трофей. Опа, блин. Опа, поймал. Выудил батя все-таки. Хорошую рыбку поймал. Средненькую. Так. Ой, блин. А что тут у нас? Ой, блин. Ой, какая тут яма большая. Тут же должен быть папа щук. Почему нет щуки? Вот, ребят, такая заводь. Тут стопудняк должна стоять щука. Но сколько таких заводинок уже кидал. И, блин, лягушкой кидал, и раттлином кидал, и этим кидал, как его, резиной, силиконом. И джерком кидал. Нету? Если бы она захотела, блин, и была бы там. Я думаю, она бы взяла. Как его достать только? Опа!
сразу туда. Данил, не оставляй здесь нож. Нож оставляй в этом. В ведре. Ты же его пробьешь. Его пробьешь и лодку пробьешь, если только вам наступит. А? Куша сами коски прям на лодку. Заводил прям на лодку. Тебе надо выше покидать. У тебя же выше поклевки были. Выше сюда, по течению. Ты-то ты ваш там ниже. Вот. Тащи, 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 надо быстрее. Че? Поклевка? Ушла. Пошла. Опа! Опять. Папа, помоги, папа. Помоги. Чего, помочь там? Да, да, иди сюда, иди, сюда, иди. Сама сюда иди. Сюда иди, сама. Вот, вот, вот. Как будешь его ловить? Как будешь? О, блин, батя опять поймал рыбу. Батя хлопает рыбу кто-то. Налево и направо. А я что-то подтупливать начал. Сей день. Ох, блин, какой хороший экземплярчик. Оба! Блин! Ну, ёк-макарёк. Батя тут развлекается как может. Ну ты туда не туда, на поперек надо кидать. Вот так взял и взяла и. Давай, там плохо. Давай, я пойду туда. Блин, батя убегает все время. Первый и берет самые перспективные места. Я из-за этого не особо ловлю. А? Не поймал. А батя рыбка за рыбкой. Долбит. Блин, там, скорее всего, возле этого, этих деревьев, что-то есть большое, крупное. Но туда закинуть не могу. Блин, неплохой. Парю бьет, но не берет по-нормальному.